Новый год у вас, дорогие мои подписчики. С Новым годом у вас, с новой счастьем. И всем привет, дорогие друзья, с вами Боистребитель Ветряных Мельниц. У нас сегодня игра Modern Warships. Рассказывайте, как вы себя чувствуете, как прошли новогодние праздники, как в целом остановились после новогодних торжеств. Ты чё творишь, ёбаный твой рот, ты, блядь? Ты что, не волнулся? Что нюхаешь, блядь, чешу? Да ты чё, охуел, блядь? Да, ебать его. Сегодня у нас на обзоре будет Aroki SJSS, который был в рулетке предыдущего ивента. Я решил сделать такую рубрику, где я буду сравнивать два одних и тех же корабля, но с разным вооружением. Первая — это будет дефолтная сборка, которая вначале идет на корабле. Ну, а вторая уже будет кастомизированная. Если вам интересен такой формат, поддержите меня, напишите в комментариях, что вообще дальше делать с этой игрой, блядь. Видео данного корабля мне предоставил боец под... глава клана ДП Виталий, за что ему и спасибо. Меня зовут Виталя, и я реальный текст. Я любую чику разведу на секс. Ну что ж, давайте начнем с дефолтной сборки.